Проведение особых совещаний, обсуждение крупномасштабных проектов, управление кризисными и чрезвычайными ситуациями. Новый центр визуализации в Баку предназначен для управления производственными операциями из единого цифрового центра. Его открытие состоялось в Socar Tower. В ближайшие месяцы Socar организует несколько интенсивных тренингов в данном центре. Цель – адаптация и развитие корпоративной системы в соответствии с международной практикой. Центр визуализации создан на основе опыта ведущих мировых компаний нефтегазовой отрасли и оснащен передовым технологическим оборудованием.